Всем привет, меня зовут Алла Кичиджан. Это проект «Математика великая и ужасная». Мы ведем ее с Нелли Литвак на Фейсбуке. У меня вопросы к математикам. Я посмотрела одно видео, я сейчас напишу, что там было, где человек, математик настоящий, объяснял родителям и детям, как перейти от теоремы Пифагора к основному тригонометрическому тождеству. Ну, у меня сегодня вот не морской берег, а лес тамилинский. Вот видите, и палочка вместо гларусиного пера. Ну, поехали. У нас есть теорема Пифагора, c в квадрате равно а в квадрате плюс b в квадрате. Дальше моя мысль теряется. Он говорит, что давайте разделим все это уравнение на c в квадрате. Ну, я слушаюсь и делю. Хотя вот здесь у меня уже большой вопрос. Я не понимаю. Мои гуманитарно-математические уже мозги отказываются это понимать. Ну, ясно, c в квадрате разделить на c в квадрате, подогнали под единицу, да. Ну, как я это воспринимаю? Может быть, это вообще не так. Может, математики здесь какой-то глубокий мысль сюда заложили. И вот у нас, ой, майские жуки летают, кстати, а, деленное в квадрат, он предложил вынести за скобки, да, а в квадрате на c в квадрате, вот так взять скобки и вот сюда квадрат вынести, плюс b в квадрате на c в квадрате, соответственно, тоже вынести за скобки. Ну, у нас и осталась эта теорема Пифагора. Но дальше он говорит, для меня невозможные вещи. Он говорит, давайте, ну, здесь единица получилась, а давайте вот эти вот числа заменим на любые другие, просто на разные. Какие аргументы в пользу того, чтобы вот здесь поменять числа? Понимаете? Он говорит, давайте это будет x, а это будет, ну, понятно, x в квадрате плюс y в квадрате. Там все, мы пришли к этой единичной окружности. Ну вот вы мне скажите, человек, который у меня спрашивает, он забыл алгебру, родитель или ребенок, который вот не понимает что-то здесь. Он говорит там, господа математики, вы почему здесь все это выражение разделили на c в квадрате? Это первый вопрос. А потом он говорит, почему вы вот эти выражения заменили на x и y? Ну, не знаю, там мы могли бы назад на а и b заменить. Почему на а и b не заменили? Почему тут потом косинус и синус? Получается, это еще там дальше. Ну, пока вот здесь остановимся. Почему вот эти вот выражения так вы свободно меняете? Чем вы пользуетесь? На основе чего вы принимаете это решение? Спасибо огромное. Простите, я такая нудная стала. Ужас просто. Вот с кем свяжешься. С вами была Алла Кичиджан. Это математика на песке. Группа «Математика великая и ужасная» на Фейсбуке. У нас много интересных тем. Присоединяйтесь.